Так, ну вот я и дошел до этой деревни Дивная. А, кстати, ребята, всем привет! С вами снова Этиур Майнкрафт. И сегодня я пришел в деревню Дивная просто погулять по ней. Ну что ж. Вот, я пришел в Дивную. Вот такая деревушка. Потом что, по-моему, пончик есть. Так, о, это что такое? Так, зельеварочная деревня Дивная. Так, давайте зайдем. А, тут варочная стойка и какие-то стульчики. Ладно, все, выходим. О, пятерочка. У меня как раз завалялось 7 изумрудов. Можно купить себе что-нибудь. Так, о, ферма какая-то, что ли? Это ферма? Да, ребята, это ферма. Вот тут коровки пасутся, а тут вода для коробок. Так, о, это что такое? Мясо рыба, да, какая-то мясо рыба тут. Магазин, что ли, какой-то? Да, ребята, это мясной магазин. Так, смотрите, тут мясо продают. Курочка, рыбка, баранина, свинина, стейки. Здравствуйте, житель. Здравствуйте, вы хотите на что-нибудь купить? Нет, спасибо, до свидания. Так, все, выходим. Да, ребята, там какой-то жительник стоял и продавал это мясо. Так, давайте дальше пойдем по деревне. Ой, там давайте что ли в пятерочку зайдем. Так, так, что тут продается? Так, печеньки всякие, 18 плюс напитки. О, ребят, тут покупатель. Да, тут покупатель. А на кассах никого нету. Замечательно. Значит, я ничего себе не куплю. Так, и это что за заброшка? Может быть, около помпончика заброшка какая-то? Стоп. Это что, вы хотите сказать заброшенный помпончик? Наверное, пятерочка это пристройка к этому заброшенному помпончику. Я так думаю. Смотрите, вот пятерочка и вот заброшенный помпончик. Это какой-то мусор у меня в инвентаре. Выброшу я его. Ну, нафиг. Так. Ого-го, ребята, посмотрите, какой заброшенный просто. Смотрите, дверь заколочена там. Я вижу, там паутина какая-то. Но там все заварено. Нельзя войти. Да, походу, пятерочка это пристройка к этому заброшенному помпончику. Я это уже говорил. Да, походу, помпончик здесь не пошел. Либо его снесут вместе с пятерочкой, либо пятерочку оставят, а помпончик снесут. Так. Кстати, ребята, интересно, а что будет, если проникнуть в этот помпончик в 3 часа ночи? Тогда нужно дождаться ночи и переночевать в домике у какого-нибудь жителя. Тут, ну, к сожалению, никто тут из моих друзей не живет. Тогда просто переночую в рандомном домике жителя. Так, ребят, сейчас я найду какого-нибудь жителя и спрошу, где его дом. Так, о, какой-то жителик. Так, здравствуйте, житель деревни Дивная. Да, здравствуйте. А вы не подскажете, где ваш дом? Мне нужно переночевать у вас. Где мой дом? Ага. Короче, светло-розовый дом недалеко от продуктового магазина. Там, ну, там, где мясо и рыба продается. А, видел, хорошо, все, спасибо, до свидания.
До свидания. Так, короче, все, мне этот житель подсказал, где его дом. Так, вот этот продуктовый, а вот этот вот домик жителя. Так, вот тут вот есть кроватка, тут столик. Ну что ж, ребята, давайте дождемся ночки. Так, ребята, ну все, уже закат, поэтому нужно дождаться. Так, где там мой телефон? Так, вот он мой телефон. Так, поставить будильник. Так, 3:00 ночи. Так, все, и будильник поставлен. Посмотрим, луна уже поднялась, да. Поэтому я спокойно ложусь спать. Когда прозвенит будильник, я включу камеру. Ой, ой, блин, будильник прозвенел, все, на, поэтому нужно идти в этот помпончик. Так, все, я иду в то жуткое место. Так, проходим мимо пятерочки. И вот оно, это жуткое место. Так, смотрите, тут забаррикадирован вход. А вот этот забор попробую сломать. Так, так, так. Блин, не ломается. А, у меня где-то топор был. Железный. Так, ребята, вот он, этот топор. Так, попробуем сломать. Так, так, так. И... Опа-на, ребят, я сломал. Так, теперь нужно убрать эту лиану. Так, все, я ее убрал. И теперь мне нужно как-то открыть эту дверь. Так. Блин, не открывается что-то. Так. Ай. Может быть, так как-то топором получится взломать вот. Так. Опа-на. Ребята, я ее открыл. Я ее открыл. Так. Давайте сзади. Ой, лианы, блин. Так, нужно еще факел поставить. Так, ребята, все, я поставил факел. Ё-моё! Посмотрите. Блин, я в паутине застрял, блин. Посмотрите, какие-то стулья со столами. А тут касса. Смотрите, да, ребят, тут касса. Так, меню. Походу от меню ничего не осталось. Только надпись меню одна. Свет не горит. Так. Так. Ой, ребята, это что такое? Это какой-то вход в подвал? У помпончика подвал есть? Ребята, я в первый раз такое вижу. Так, давайте спустимся. Там, ребята, там свет горит. Там в подвале заброшенного помпончика просто свет горит. Вот на в главном здании выключил свет, а там что-то горит. Так, давайте-ка спустим. Ребят, мне что-то как-то не по себе стало. Ребята, мне кажется, я знаю, почему этот помпончик забросили. Нифига он не пошел. Смотрите, красные факелы. Кровь застывшая. И там еще какие-то комнаты. Так, давайте-ка зайдем в первую комнату. Блин, ребят, я на шифте буду. Не очень страшно. Так, так, так. Блин, что-то не получается эту дверь открыть. Может, тоже когда-то паром получится. Так, так, опа. Это, ребята, я открыл. Так, так. Ребята, сотрудники помпончика повешены. Что за ерунда? 666. Ой, просто я выбегаю. Все, так, все, я закрыл эту дверь. Ребята, давайте в эту комнату давайте зайдем теперь. Так,
О, она открыта, ее без топора даже открыл. Это что было? Ребята, я просто в шоке. Так, ребят, я факел поставлю. Смотрите, тут знамена какие-то. Так. Давайте на шифте пройдем. О, ребята, просто посмотрите, какая-то комната. Может быть, в этих комнатах были склады какие-то. Только я не знаю, что тут красные факелы делают. Подвал, наверное, вот эти комнаты это были какие-то склады, а вот эта комната, наверное, был какой-то мини-склад. И, ребят, тут какой-то люк. Давайте его откроем. Так, ребята, и перед тем, как я открою этот люк, пожалуйста, поставьте лайк на этом видео и подпишитесь на мой канал. Ребят, поставили лайк, подписались, я подожду. Так, все, ребят, вы поставили лайк и подписались, я вам точно верю. Вы это сделали. Итак, на счет 3 я открываю этот люк. 1, 2, 3. Нафиг. Все, я убегаю. Ой, все, не веду. Ребят, все, я никогда не буду ходить в этот заброшенный помпончик в 3 часа ночи. Ой, блин, ребята, время 3:26, нужно быстро спать ложиться, так все, убегаем. А, там еще крики какие-то душераздирающие. Так все, я просто бегу в дом этого жителя. Просто спать, быстро нужно спать. Так, просто, ребят, все, ребят. Ребята, все. Ой, что сегодня было? Ой. Вообще, ребята. Короче, ребята, все. Если вы придете в деревню Дивно и увидите заброшенный помпончик, никогда туда не ходите в 3 часа ночи. Потому что если вы зайдете в этот подвал, то все, там будет какая-то рожа страшная. И когда еще выйдете, будут душераздирающие крики. Ребята, все, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не рассказать новые видео. С вами был я, Тимур Майнкрафт. Всем пока. Ой, я, наверное, спать не буду.